20 июля начнется один из главных праздников для мусульман – Курбан-байрам, который предполагает массовые сборы верующих в мечетях. Муфтият республики обратился к дагестанцам с призывом о соблюдении мер безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией. В сложившейся обстановке лучше отказаться от коллективного намаза и посещения кладбищ. Также рекомендовано отмечать праздник дома в кругу семьи. К большому сожалению, ситуация у нас в республике с ковидом с каждым днем ухудшается. Муфтият республики Дагестан призывает вас в этот светлый праздник соблюдать все меры предосторожности. В ночь на праздник убедительно просим вас воздержаться от посещения кладбищ. Настоятельно рекомендуем отмечать этот праздник в кругу семьи, не устраивая пышные торжества с приглашением гостей. Праздничный намаз по случаю Курбан-байрам убедительно просим совершать дома. Для вашего удобства Муфтият Республики Дагестан подготовит фетву о порядке совершения праздничного намаза дома в условиях пандемии. Дорогие братья и сестры, чем больше мы будем прислушиваться к требованиям специалистов, тем быстрее мы снизим риск массового распространения коронавирусной инфекции.